3 декабря. Международный день инвалидов, день неизвестного солдата, день юриста. Под шубой гречку, дожор гречки. Ужин Женечки. Под шубкой ням-ням. Также колбаска. Вскрытие. Колбаска сырокопченая. Ням-ням. Ходил сейчас в супермаркет. Завтра буду делать квасовый ангустинов, запекать. Надо было укропа взять. Чеснока. Не, салатик увидел, захотел салатик. Такое аппетитное оливье лежало. Хотел оливье. Но потом вспомнил, что на днях я буду свое делать. Уже все ингредиенты есть. Даже яиц взял сейчас. Как-то так. Ребятишки. Да-да. После этой колбасы такая изжога. Я просто не первый раз уже ем. Из КБшки. Но на вкус норм. Съедобно. Гречку я теперь долго не буду есть. Поднадоело. Греч поднадоело. Поднадоело. Вот такой ужин у Женечки. Пока.